Этот город научил меня одному. Все имеет свою цену. Секреты, репутация, жизнь. Доверие? Нет, доверие — это слишком дорого. Хотя для меня это все не так важно. В конце концов, когда я вообще за что-нибудь платил? Слишком много света. Так будет уютнее. Кто-то очень любит птиц, а мне больше нравится та картина. Надо ее проверить. Говорят, что крыша — дорога воров. Надеюсь, это не та, о ком я думаю. Эрин, отличные сапожки. Это чтобы громче топать? А как бы ты еще узнал, что это я? Басса тебе сказал, что мы с тобой оба идем на это дело, да? Ну я же показался. Как ты думаешь? А ты совсем не изменился. Пойдем, как в старые добрые времена. Добрался? Отлично. Ты выбрала этот путь, потому что он короче или потому что он веселее? Думаю, и то, и другое. Пошли, принесем Басса его долю. Держалась бы ты лучше в тени, лучезарная моя. Я разведаю обстановку. Сам знаешь, я люблю быть первой.
Сделай себе тоже такой коготь. Увидимся на той стороне. Кажется, тут я не пройду. Надо все разгрузить, пока день солнца не закончится. Давай сначала накатим за хорошую работу. Нельзя оставлять телегу без присмотра. Здесь же фестиваль. Все воры валяются в кабаках под столами. Стражники тоже наберутся. Опять торговаться из-за штрафа с пьяной стражей? Завидуешь? Я сама его сделала. Уверен, что стража оценит. Теперь они нас точно услышат. Пусть сначала догонят. Не забывай смотреть по сторонам. Я пришла не красотами любоваться. Я пришла за добычей. Ты ведь еще воруешь, да? Я воровал, когда ты еще училась ходить. Узнаю старого Гаррета. Как насчет дружеского пари? Посмотрим, кто украдет больше. Смотри, что у меня. Эх, мы с тобой и весь город наш. Почему мы не работаем вместе? Лучше не привлекать внимание. А мне много где не рады. В таком районе трудно хранить секреты. Если ты собираешься мочиться посреди улицы, как стражник, хотя бы отойди в тень. Эль просится на свободу, дорогая. Я ничего не могу поделать. К тому же, кроме тебя, никто не смотрит. А когда-то ты казался за ним. Пошли, попробуем индюшачьи крылышки. И много ли ты украл? Важно не количество, а то, что ты украл. И как именно ты украл? Похоже, камень Примали, который так нужен Басса, лежит в торжественном зале особняка Нордкреста. Там живет барон. Будет непросто. Волнуешься? Да. И тебе того же желаю. Не бойся. Я все сделаю за тебя. Это дело нравится мне все меньше и меньше. Тут полно стражи. И они не танцевать на летнем фестивале пришли. Там, где много стражи, много стали. Воры и клинки не очень-то дружат. У меня нет проблем с клинками. Но опять же, я не просто воровка. М?
Нельзя, чтобы фонарь сдох прямо на глазах у гостей барона. К тому же без него тут темно. Да они постоянно моргают. Я похож на инженера. Мы просто не поспеваем за всеми новинками его свет. Если фонари не будут работать, светлого будущего нам не видать. Помоги новичку, ладно? Он уже минут 10 жаровню раскочегаривает. А я что, его нянька? Давай, пока он сам себя не поджег. Ой, да. Сквозняки. Надоело, что они вечно гаснут. Ты про масляную тряпку не подошёшь. Я тебе покажу, как надо. Если сложить слишком плотно, воздух не будет питать огонь. Стоило самому догадаться. Я ведь из семьи углежёнов. Вот как? С тех пор, как открылись заводы, вашего брата не видать. А? Чего? Надо быстро его оглушить, тихо и не убивая. В чем дело? Зачем ты убила стражника? Он был почти твой ровесник. Он был стражником, Гаррет. Ему не повезло. Ты совсем не изменилась, да? Как будто ты никого не убивал. Я не убиваю бездумно и без причины. И не беру за это деньги. Короче, тебе убивать можно, а мне нельзя. Конечно, я понимаю. Зато он не очухается и не пойдет по нашему следу. Когда стражники очухиваются, я обычно уже исчезаю без следа. А ты наследила. Если ты так торопишься, может, я пойду первая? Ты меня только задерживаешь. Тебя задерживает эта штука. Вперед, а то новые сапоги топчут. Сэр, моя девушка хочет познакомить меня с отцом, а он не знает, что я вступил в стражу. И что? Городская стража — это почетно. Видите ли, сэр, он верит в эти гадкие слухи, что мы все продажные. Да неужели? Тогда скрути, ублюдка, в бараний рог. Понял? Да, сэр. Тебя опережу? Я с тобой поделюсь. Скорее всего. Я боюсь, что из-за тебя нас обоих убьют. Я в порядке, понял? Я быстрее двигаюсь, быстрее карабкаюсь. Быстрее убиваешь и делаешь ошибки. Да-да, ты неуравновешена. Именно поэтому я лучше. Смирись с этим. Давай же закончим эту работу.
Причем без этой штуки. Всегда дурной знак. Братья Корнелиус, Альдус, достаньте ключи. Это же барон Нордкрест. Мы собрались здесь, чтобы привести этот город в новую эру, век прогресса. Давайте же приступим к вызову! К вызову Примали! Сандра... Сетракакан. Сакан Рана. Давай, спускайся сюда, будет весело. Нет. Надо уходить. Дело сделано. Что? Ты смеешься? Здесь что-то не так. Слишком опасно. А ты еще не готова. Ты сам знаешь, я уже не ребенок. Я справлюсь. Я пойду туда с тобой или без тебя? Без этого ты никуда не пойдешь. Проснулся. Эй, эй, хорош ворон считать. Надо провести его в город, пока комендантский час не настал. Успокойся, парень. Нам нужно довести его до часовой башни, и все будет шито-крыто. Куда телегу везете? Aston Market. Parlavo con te, pezzo di merda. Su! Muoversi! Чертовы попрошайки. Я прям по старой страже скучаю. Как совсем людей отодел. Везде, кроме Олдейла. С этим надо что-то делать. Да на нас им всем начхать, парень. Ты это скоро поймешь. Его волнует только прогресс. Вот тебе нужно еще больше этих чертовых труб. Эй, там на ящике! Хватит! Хватит? Это ведь не еда для голодных, не лекарство для больных. Эй, ты! Думаешь, тебе хорошо, потому что твоя работа ковырять дерьмо для богатых? Барон на каждого набросит петлю, но грядут перемены. Орион изменит наш город. Барон сгинет в огне. Увидите! Видите? Они боятся правды!
Не высовывайся! Эй, ты! С кем это ты говоришь? Беги! Стоять! Надо все обдумать. Не дай ему уйти! Я тебя догоню! Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Уставился. На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую ораву голодных ртов. Смотри, не подхвати совесть. Можно срезать дорогу через ювелирную лодку. К тому же эта маска выглядит интересно. Охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Куда? Это письмо наверняка пополнит груду неотправленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. За кофе. Печать еще не готова. Если это у него на витрине, что же под замком? Ненавижу эту ублюдочную птицу. Лайгрова, но подделка высшего класса. Она дорого стоит. Пора и честь знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота.
Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как днем. Или так дымило, стало совсем. Не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? О-хо-хо-хо! Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Я такого дерьма повидал. Мор, пожары. Это что, закоулок стражи? Надо идти тише. Скорее крышняч. Дженнивер. Сэр, я уверен, это не мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватят. Нордкрестов подряд! 10! А нынешний хуже всех! Ну, мрак, ты не из-за него пришел? Да? А как насчет его стражи? Бандитов в форме? Даже не знаю. Когда слушаешь его речи, веришь, что он знает, что делает. Чтобы править, нужна твердая рука. И он хотел как лучше. Ага. Он так гордится своими улучшениями, что уже год из-за реки не показывается. Я ж говорю, худший из всех! Ночь все тянется и тянется. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет! Черт! Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня.
Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ Шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да. Да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? Но рад был тебя повидать. Железный сапог хочет похоронить нас. Но вороны знают больше. Они знают, что грядет буря. И когда грянет гром, мы посмотрим, кто выстоит. Нордкрест призывает потерпеть. Я знаю, но мы и так долго ждали. Город болен. Не стоит подыхать вместе с ним. Встанем, братья! Встанем вместе! Блокада! Мрак повсюду, куда ни глянь. Надеяться можно только на себя. Ты что-то хотел? У меня есть товар для темных дел. Оставайся в тени. Я думал, погаснуть. Дым отгоняет мрак. Да? Значит, наши потроха защищены. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые морячники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый.
Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Сэр, мы грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. На телеге я уже накатался. Найду другой путь. Я голодный, как... Эрин, я не заболел? Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними уважительно, да? О, да, уважительно. Ставьте телегу внутри и марш по хибарам. Дальше мы сами. Клянусь зубами Рорка! Манекены? Я пришел сюда за телом, но не за таким же. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Надо бы еще поспать. Обычно все на первый день зеленеют, а на второй не возвращаются. Мы раньше трупы за городскую стену, пока вони к ней не стали получиться. После пожара у свечников пришлось, и это тоже объявить преступлением. Бедный Блоуман. Как думаешь, мрак еще в них? Я протру. Мрак.
сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Это как охотиться на оленей в усадьбе. Пора слезать. Я привык быть движущейся целью. Получай. Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключ. Не умничай, страж. Это не соответствует ни твоей физиономии, ни твоей должности, которую ты рискуешь потерять. Я это чувствую. Высокий воротничок. У него может быть что-то полезное. Глаза и уши предсказуемо расцарапаны. Шея болит. Очень прыткий. Придется побегать. Мне нужно его кольцо. Все в очередь. И не толкайтесь. Огня хватит на всех. Спина совсем разболелась. И сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Простите, сэр. Что было на этом трупе? Ничего. Ничего? Нет, я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Пойло покрепче.
золото. А мои люди должны делать то, что я, блин, скажу. Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей? Ловец воров хуже, чем о нем рассказывают. Я украду кольцо обратно. Генерал, ну очень хотел это кольцо. Что в нем такого? Это я возьму. Я даже не надеюсь, что он его почистил. Очередное нововведение барона, очевидно. Скрою, как любой другой. Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. И новый приятель. Но мне еще надо выбраться отсюда. Я точно слышал, как орет генерал. Если он орет, нам лучше переждать здесь. Так, не зевать, не зевать. Че? Эй, а ну стоять! Люди генерала наконец-то нашли переключатель. Прошел здесь.
Обыщи весь двор! Трус прячется где-нибудь в тени, как у своей мамочки под юбкой. Не могу найти чужака. Тут никого нет. Давай не будем рисковать. Я кого-то заметил! Это чужак! Я тебя прикрою! Пойдем! Я знаю, что ты здесь, и я тебя найду! Всем спокойной ночи. Надеюсь, вы лучше не улыбнулся. В городе ничто не переходит из рук в руки без ведома Басса. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Заходи. Тут кое-кто тебя хочет видеть. Почему меня? Потому что ты весел, приятен в общении, не знаю. Он тот, для кого ты украл кольцо. Ты знать его впечатлил. Кто? Это Орион. Единственный, кто идет против барона, защищая обычных людей, вроде нас с тобой. Точнее, вроде меня. Он говорит, дело чудовищная редкость в этих краях. Он там... помогает бедолагам, подцепившим мрак. Хорошо, хоть у кого-то слова не расходятся с делом. И постарайся быть не очень собой. Он нам нужен. Басса. Гаррет, я рад, что ты пришел. Ты же платишь, так ведь? Отдаю последнее. Значит, ты купил мое внимание. Хорошо. Давай пройдемся. Барон поставил прогресс над болью. Металл и камень над плотью и кровью. Взгляни, что из этого вышло. Я не лезу в политику. О, да. Ты же горд. Ты одиночка. Ты правда думаешь, что это тебя не коснется? Мне нет до этого дела. Но как надолго? Гаррет! Гаррет, я падаю! Это ведь и твой город тоже. Ты потерял сознание. Ты в порядке?
тебя. Так что тебе от меня нужно? Мне нужна книга. Таких, как она, больше нет. Говорят, ее спрятали где-то в доме цветов. Этот бордель день и ночь кишит богачами и звездами. Действовать надо тихо. Я обычно не опускаюсь до воровства, но... времена требуют. Политик, ворующий чужими руками. Как типично. Нетипичнее, чем вор, крадущий ради благого дела. Я достану тебе твою книгу. Тем самым ты поможешь нам обрести светлое будущее. Приму это к сведению. Дом цветов. Я здесь не был, но знаю кое-кого, кому пришлось. Эрин. Жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. Иди за мной. Чуть дальше.
слишком важна, чтобы мне дали умереть. Знают ли они, как это больно? Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Что это? И зачем это было Эрин? Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Шабадай Чок спешен идти. Кто? Главарь угреедов. Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Она поди сникла сразу. Конечно нет. Влепила ему со всей дури. А Чоукс только ухмыльнулся и колечко в карман упрятал. Вот говночест. У него поди этих колечек целое колечко. Спрячь меня. Пришлось отнести брошь Берты к Оксхарту Перри. Что? Зачем? Это не самое ужасное. Пришлось зайти в переулок по малой нужде. И тут я случайно уронил брошку в канализацию. Молись, чтобы подхватить мрак, прежде чем она поймает тебя. Вход в Дом цветов где-то рядом. Ну уже, девочки, 10 минут, не больше. Тебя внесли в черный список Дома цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? Да как же... И надолго? Пока не обзаведешься деньгами, Эдмунд. А значит, до конца жизни. Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Ты слишком радуешься, девка. И не я одна. Мы все радуемся. Если вы, головорезы, что-то задумали... Мадам Сяо ждет вас. Я вас провожу. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лесу. Я их всех пересчитал и поименовал. Что дальше? Смотрите под ноги, сэр. Не отходите от меня. Я знал, что мадам Сяо устроила свой вертеп в тайном месте. Но здесь... Защита от любопытных глаз дорого стоит, сэр. Что дорого, это точно. Вы тут часто бываете? О, добрый вечер, сэр. Это вонь! Что это за кладка? Thank you.
Ясы? Нужно отдохнуть, это мерещится. Задержаться, иначе меня самого отделают. Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Позвольте ваше приглашение. О, приглашение? Ну да, конечно, оно у меня вот тут. Черт, я его, наверное, куда-то засуну, неважно. Сэр, мне жаль, но мадам Сяо-Сяо настаивает на секретности. Без приглашения нельзя. А вы не могли сказать об этом до того, как я спустился в эту преисподнюю? Берегите дыхание до пути наверх, сэр. Это недопустимо. Унизительно. После всего, что я пережил. Это для вашей безопасности, сэр. Если бы вы... Начать с покоев, мадам. Заодно набью карманы, если я там никому не помешаю. Кажется, я узнал своего кузена. В маске ему гораздо лучше. Ой, как жестоко. Расскажите про вашего кузена. Чудесно. Что? Откуда ты знаешь? Я же в маске. Я смотрю не на ваше лицо, сэр. Ну, может быть, после смены. У тебя есть план? Нажму конец и попрось домой. Обычно. Как я устала. Целая куча опиума. Загрузите в насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслонки. Хорошо, когда они засыпают, не закончив. Так их легче нарисовать, это точно. Ты не видела герцога Торберна? Кто это сделал? Так сходи и посмотри. Нищих перестали вешать на мостах. Это убивает все настроение. Я так тебя отхлестаю, что оно вернется. А что ты хочешь от меня взамен? Да, персик и нерали. Они хорошие девочки. Я ожидаю, что это отразится на твоих взносах. Но ты уже поднял налог в два раза в этом квартале. Сейчас всем тяжело, на улицах сущий ад. Будет жалко, если торговый опиум встанет из-за проблем с доставкой товара по этому адресу. Сегодня вечером я все приготовлю. Хорошо. Я пока тут отдохну за счет заведения. Мне что-нибудь молочное и сочное. Я позову цветок Жасмин. Жасмин уже старовато. Я хочу помолоть. Бутончики не работают с клиентами напрямую. Ты же знаешь.
Ты не выполнишь мою просьбу. Налоги я заплачу. Но правила действуют даже для тебя. Жасмин все исполнит в наилучшем виде. Пусть постарается. Приготовь все, что надо. Я буду в номере Калибри. Что же тебе еще глотку никто не берет? Происходит что-то странное. Я сам найду тайный ход, о котором говорила Сяо-Сяо. Он где-то здесь. Посмотрим, что прячет в этом доме шепотов. Привет, красавица. Мадам говорит, ты Нойка. Не трогай меня. Тебя никто не спрашивает. Ты даешь мне то, чего я хочу, Ими! Так и будешь расхаживать передо мной? Может, потрогаешь немного? О, привет. Да, в следующий раз чуть сильнее. О, да, мне понравилось. О, и опять тут один. Куда ты пропала? Чуть сильнее. Давай со всей силы! Врежь мне со всей силы! Ты можешь сильнее, милая! Сильнее! Давай! Хочешь еще? Да, еще! Ударь меня! Еще раз! Еще! Ты можешь сильнее, милая! Сильнее! Давай! Хочешь еще? Да, еще! Ударь меня! Ты это нарочно, бутончик мой? Ты же знаешь, я не люблю ждать. Я важный человек на службе у барона, и я требую совершенства во всем. Поэтому вы всегда выбираете меня? О, мастер Иствик, вы знаете, как вскружить голову девушке? О, сиренька моя, послушай. Я всю неделю бодался с администрацией из-за чертежей трубного хаба в шлаковой яме. Сними напряжение своими нежными ручками. У моей жены пальцы, как когти у бурика. О, новое здание, мастер Иствик. Скажите, а какой ваш лучший проект? Клянусь, девочка, этим вечером ты особенно сочная. Подойди поближе. И, может быть, я тебе кое-что расскажу.
Как пожелает мой господин, я вся внимание. Подиум, о котором Сяо Сяо писала в своем журнале. Он старше, чем Дом Цветов. Знакомые контуры. Это один из знаков на медальоне. Где остальные? И он самый большой в городе? Конечно. Сотни рук работали, чтобы он вознесся к небесам. Теперь надо их расположить. Это место надолго забыли. Этот город живет одним днем, и он хорошо хранит свои секреты. У нас это общее. Должен быть способ отключить эти древние ловушки. Сказал, что я найду книгу, а не целую библиотеку. Здесь, наверное, сотни книг. Предположу, что это та самая книга. Но чтобы украсть, ее надо освободить.
Эту ночь под городом я запомню надолго. Накажи меня, мамуля. Я очень, очень плохо себя вел. Стой! Не трогай меня! Нога болит! Генерал, в чем дело? Мамуля тебя сильно ударила? Не смей так говорить о моей матери, ты мелкая сучка! А ну иди сюда! Что здесь происходит, генерал? Ну все. Бери свой черный налог и вон из моего дома. Тронешь ее еще раз, и я тебе яйца отрежу. Повторять не буду. Вонючая крыса! Я тебя убью! С девушками надо быть нежней. Ты еще пожалеешь.
я уже не первый день в страже. Уж давно. Где? Где она? Куда он ее спрятал? Ее тут нет. Нет! Что ты делаешь? Гаррет, книга, которую ты для меня нашел, она пропала! Где Басса? Его утащил ловец воров вместе с кое-кем из моих озаренных! Он забрал ее! Как я не подумал, что барон это сделает! Ты говоришь, что моего друга избили и арестовали из-за той книги. Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней сокрыт ключ к спасению города, спасению всех нас от этого мрака. Но я знаю, что барон не использует ее во благо. И теперь она у него. Осознал, что эта книга очень важна. К счастью для тебя, она еще здесь. Басса не дурак. Книга. То еще чтиво похоже. Куда они утащили Басса? В крепость, но ее охраняют. Просто в дверь не войти. Это хорошо. Не люблю двери. Это невозможно. Однако, есть один вариант. Продолжай. Джейкоб. Он свой, предан делу. Хотел убить барона ударом в сердце и поэтому долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джейкоба? Увы, барон посадил его в Грейстоун в назидание всем, кто решит восстать против него. Его пытают. Но он жив. Я найду моего скупщика, а потом вытащу твоих озаренных. Мы с тобой во многом схожи, Гаррет. Ты несешь перемены. Когда-нибудь люди скажут тебе спасибо. Ты плохо знаешь людей, Орион. Посмотрим, знает ли что-нибудь этот Джейкоб. Его можно найти на Грейстоунской площади. Тяжелые времена. Вот и хорошо. Он еще, наверное, где-то здесь. Теперь к Джейкобу. На Грейстоунской площади паника. Джейкоб уже ничего не расскажет. Но я уже рядом с домом Истер, архитектора барона. Если кто-то знает, как попасть в крепость, то это тот, кто ее построил. Я очень надеюсь, что крепость действительно нерушима.
Городской дом Иствика. Как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Значит, Иствик замуровался в своем кабинете? Надо было уехать налево в сад. Тилли, люди барона пришли за Теодором с кандалами, словно он простой вор. Я уверена, это недоразумение. О, у них был приказ. Так они и сказали. А я сказала, что из кабинета он все равно не выйдет. Он там уже давно засел. 3 или 4 ночи. О, мы хотим уехать из этого города, но он любит только свою работу. Жена на втором месте. Может, вам поговорить с господином? Теодор уже давно меня не слушает. К тому же я не хочу помогать баронским громилам. Когда-то я переступала через себя, звала его через закрытую дверь. Потом привыкла. Скромный поцелуй на утро, его пропахшее опиумом пальто. Не связывайся с творческими людьми, Тилли. Да, госпожа. Что за поспешное обещание погубило тебя, мой госпожа? Теодор слишком печется о своей репутации. Я говорила ему, что о нем будут судить не по его поведению, а по его работам. Он пропустил это мимо ушей. Пусть теперь подумает в своем кабинете. Мы теперь беженцы, моя милая Тилли. Что, если он не выйдет оттуда, госпожа? Мы все равно поедем в Блэкбрук. Теодор нас догонит потом, когда сможет. Я никогда не покидала город. Мы сможем начать новую жизнь. Никогда больше не вспоминай город. Эти воспоминания и так будут преследовать меня всю жизнь. Теодор Иствик! Служитель Льва! По приказу самого барона Элиаса Нордквиста мы должны сдаться баронской страже! Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Надо действовать деликатнее. Выходите! Вам же лучше будет! Мастер Иствик! Откройте дверь! Он там крышу залезает над тобой! Бесполезно! Если щитовик не выломает дверь, мы тут всю ночь проторчим. Погода меняется. Ты говоришь, что где-то здесь есть тайный ход? Я говорю, что часто видела, как хозяин уходил в дверь, а внутри потом его не было. И ты не пыталась ничего узнать? Конечно, нет. Я знаю твое место. Ой, мать, ты вся такая благородная, да не из благородных. Вы закончили? Мне еще надо собирать вещи. Ладно, ладно, иди уже. Я сам все проверю. Тайный ход. Это то, что надо. Ах, жрать хочу. Этот твой мастер Иствик явно что-то скрывает. Заперся в своей комнате и не вылезай. Не понимаю, о чем он думает, перечить страж в такое время. Быть начеку. Надо быть. Что это могло быть? Ты проверь. Я все тебе отдам.
Что он там делает наверху? Любуется на то, как рушатся его монументы? Увы, не могу оставить его наедине с мыслями. Мне нужны чертежи. Это объясняет его нежелание сотрудничать. Сначала Корнелиус, теперь Иствик. Кажется, быть помощником барона вредно для здоровья. Так или иначе, он был обречен. Теодор Иствик, убитель льва! По приказу самого барона Элиаса Нордквиста вы должны сдаться баронской страже! Самым большим поклонником своего таланта, да? Самая интересная часть этой дорогой игрушки. Придется поиграть. Надо, чтобы модель стояла так же, как само здание, пока оно не рухнуло. Это отверстие в основании крепости.
Это парад, вот или вытяжной канал. Идти через него самоубийство. Значит, у меня будет преимущество внезапности. А это что? Должно быть сейф барона. Говорят, он больше дома и набит драгоценностями. Я бы сказал, слишком рискованно. Ты плохо на меня влияешь, Басса. Атака озаренных сотрясла крепость до основания. И все же, вход есть вход. Осталось найти, где они держат Басса. Спасибо, Гаррет. Я уж там чутка сходить с ума начал. Жалел, что рядом нет Дженнивер. Вот же сволочь. Я всегда думал, что если кто-то ее и прикончит, то это буду я. А ты что задумал? Стоп. Ты же не повелся на эти байки про самое прочное хранилище в мире. Гаррет, послушай. Дело не в оплате. Это вопрос принципа. Гаррет, если выберешься живым, в смысле, когда ты выберешься живым, я буду в покое сирены, в южном квартале. Thank you.
Барон мечтает о порядке и эффективности. Если бы он лучше знал свой город, он бы понял, что это утопия. Очень плохая идея. Большой сейф. Я не разочарован. Тут нужны отмычки побольше. Здесь мне могут помочь чертежи Иствика. Чтобы сбросить замок, надо нажать 4 кнопки в отведенное время. Первый код наверняка есть в записках Иствика. Ты же знаешь, алчность — грех. Ты заслужил наказание за грехи. Но алчность мне знакома, друг мой. Я знаю ее причину. Ты упростил мне задачу. Оставалось лишь заманить тебя сюда. Видишь ли, я знаю тебя лучше, чем ты сам. Утром ты будешь болтаться в петле, мастер вор. Держите эту крысу, переростка! Может, Басса был прав. Там должны быть по меньшей мере золотые зубы Трикстера.
Мальчишеские дети, будете слушаться или отведаете хлыста? Иди сюда, мальчик! Это было неожиданно. Но во всяком случае, я живой. Надо вернуться в часовую башню и все обдумать. Озаренных вышло из-под контроля. Они убивают всех, кто не с ними. Таких, как я. Лучше им не попадаться. Как мы до этого докатились? Хочется есть. Куда подевался? Никого не осталось. Что нам делать? Мы трупы, если нас здесь поймают. Там даже тележку лишнюю не выделят. Ай, терпеть не могу эту кожу. Тирает жутко. Я тебя скоро найду!
Это место вполне неплохое укрытие. Не зевай. Он может напасть в любой момент. Выходи, вор! Вор, а ну выходи! Облегчи мне работу! Ты почти похож на человека. Если выживешь после той дряни, что здесь подают, переживешь что угодно. Как рука. Свербит. Как и чувство гордости, небось. Этому засранцу еще воздастся старицей. Помоги мне кое с чем. У тебя лодка еще осталась. Я бы на твоем месте снял здесь комнату. И кувыркался бы тут с красивой девахой, пока все не уляжется. Мне нужно кое-что выяснить. Хочешь пополнить запасы? Это насчет Эри. Я стану нищим посмешищем. Кошмар! Мне нужно попасть в приют Мойры. Свистни, когда будешь готов. Я буду тебя ждать. А, ты готов? Я вдруг вспомнил, почему ненавижу лодки. Да? Ну, а я ненавижу плавать, так что залазь. Нет, на веслах буду я. Из тебя гребец, как из меня танцор. Давай. Зарядка тебе не помешает. Какая связь между Эрин и Мойрой? Ты веришь в привидения? А? Духи. Но когда мертвые возвращаются и донимают живых людей, карают их за грехи. Ты думаешь, Эрин к тебе так вернулась? Не знаю. Наверное. Я помню ритуал, потом какой-то взрыв. Эрин погибла. Никогда этого не забуду. А все остальное пропало. Ай, Гаррет, брось. Я же знаю, ты не стал бы рисковать жизнью этой девахи. Она сама накликала беду. Где-то здесь сокрыт ответ. Я это чувствую. Со времен бунта здесь воцарилась странная тишина. Кто-то из пациентов сбежал. Несколько лодок приплыли сюда. Ни одна не вернулась. Гаррет, не знаю, что ты здесь хочешь найти, но будь начеку. Сам не стань призраком. Я и так был призраком всю жизнь. У этого острова уже очень давно плохая репутация. Найду ли я тебя там? Thank you.
Заперто. Это чтобы не пускать к себе или не выпускать? Ладно, меня кто-то ждет. Держать тебя под замком, Эйрин. Что было тайным, станет явным, да? Теперь можно идти в женское отделение. Замки барона. Почему дом презрения для него так важен? Может, здесь остались какие-то записи, из которых можно узнать больше?
Я падаю. Мертвы, все мертвы, кроме теней. Их унесли тени, тени голодные, с тех пор, как она ушла. Там они изменились в темноте. Нельзя, чтобы тени разбегались. Эти двери не открываются. Где-то внизу должен быть генератор энергии. Ночью ты украла Прималь, и теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Мне придется спуститься еще глубже. Кого? Что? Я нашел!
действительно держали здесь. Надо проверить все камеры. Я видел много тюрем, но ничего подобного этому. Здесь произошло, Эрин. Это ты натворила?
наше будущее! Ублюдок Нордкрест похитил меня. Ты со мной? Гарет, я падаю! Может, я схожу с ума? Есть только один способ узнать. Барон, в особняк Нордкреста. Туда, где все начиналось. Если Эрин у барона, я должен попасть в особняк Нордкрестов до того, как туда ворвется толпа. Пора получить пару ответов. Сегодня в городе полно злобных людей. Все чего-то хотят от барона. И все чего-то не того. Озаренные уже на мосту. Надо обернуться быстрее, чем они разгромят здесь все и двинуться дальше. Последние защитники барона готовы встретить толпу, но они не ждут меня. Я буду внутри раньше, чем начнется бойня. Говорят, будто в городе начали людей на улицах вешать. Если озаренные прорвутся, что я смогу сделать? Интересно, а? Город да. Весь сгорел. Кажется, только там дым. Дыма есть. Что? Надеюсь, очки что ты покупать видишь? Еще рано. Это была простая часть. Дом большой, и барон сегодня никого не принимает. Точнее, не хочет принимать. Эти ловушки новые. Его параноидальная светлость боится нарушителей. Надо смотреть под ноги. Город воняет все хуже и хуже.
Боги на пороге. Похоже, это и есть хранилище, которое я ищу. И тайный ход где-то здесь. Больше не чтят старых богов. Ну и ну. Я думал, у барона нет сердца, а вот же оно. Прости, Нордкрест, сейчас будет немного больно. Покажу им, что значит быть капитаном стражи. Там есть прохожие. Я тут подумал, логично было бы увести барона, а не забирать его. Если ты по мою душу, убей меня быстро. Я пришел за ответами и намерен их получить. Мои ответы никто не любит. Я про тебя наслышан. В
недрах земли есть энергия. Первородная. Прималь. Лишь немногим дано ее видеть. Но ее можно укротить. Направить в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы. Но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Серин? Когда камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие. Искажает тело и разум. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее. Но когда этот мерзавец забрал Эрин из Мойры, то отнял вместе с ней и мечту. О ком ты говоришь? Девушку забрал Альдус. Вам он известен как Орион. Это мой брат. Мы росли не вместе, но я вернул его в семью пробужденных. Как и мы, он чувствовал прималь. Он был на той церемонии, помогал с ритуалом. Но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он, должно быть, готовится к новому ритуалу. А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл кольцо Корнелиуса. Потом книгу. Камень из крепости. Если он найдет последний... Твой глаз. Ты был там, я вспомнил. И есть последнее звено. Удачи с приспешниками моего брата. К барону пришли новые люди. Пока они сжигают его особняк, я скажу в торжественный зал. Гоняешься за мной, чтобы спасти себя, и даже не признаешься в этом. Ворам нельзя возвращаться на место преступления. Но это место меня притягивает. Где-то здесь должен быть путь в лабораторию. Thank you.
Это осколок камня Примали. Но он закреплен в каком-то устройстве. Искать руководство нет времени. Разберусь так. Что такое, мастер Вор? Я не вовремя пришел? Прости мне мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора, его руки окунали в горячий деготь. Черные руки. Но твои руки я повешу над камином. Эти трубы должны выходить на реку под мостом. Сюда! Сам окна! Озаренные оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. Осторожно. Это крыша того и гляди упадет.
Тебе что-то переменилось, дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет, словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Ты — это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай. Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Собор находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Еще не поздно, друзья. Примите рассвет и станете одними из нас. Город меняется. Новая эпоха наступила благодаря Ориону. Всем веру!
новый рассвет. Мы увидим Ориона? Конечно, увидим. Он лично дарует нам очищение. Слава Ориону! Надо убедиться, что у меня все готово. Назад дороги уже не будет. Это последний собор города. Разрушенный дом старых богов. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошает. Придется позвонить, чтобы меня впустили. Обычно звонить начинают после моего ухода. Раскалывается несколько дней. Сказали.
боеприпасов. Какое отродье это сделало? Это все порождение тьмы. Нашу напряжение. Когда все излечатся, мрак останется лишь страшным воспоминанием. Все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. План простой. Проникнуть внутрь и импровизировать. Сегодня мы наконец показали барону Нордкресту, что люди — кровь и плоть города, и что с нами надо считаться. Вашим мукам и страхам скоро придет конец. Друзья, настал новый день! Сила, что я дарю вам сегодня, отвадит от вас любую болезнь. Когда каждый будет помазан, мы отправимся с этим даром на далекие берега!
Гаррет, что ты наделал? Мне это нужно. Нам это нужно. Ты разве не понимаешь, чего мы хотим? Орион, остановись. И перестать помогать людям? Не пытаться облегчить им жизнь? Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть. Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примали. Нет! Этот фрукт мой. Крысиный король. Опять по карманам шаришь? Давно я тебя повесить мечтаю, мастер-лорд. Но мне петля не нужна. Вот этими руками я с радостью выдавлю из тебя всю душу. Да уж, пора. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Ты такой же, как он. Пережиток прошлого. Я знаю, что ты затеял, мастер Вор. Отлично знаю. Я не убиваю людей, если этого можно избежать. Но как и еще кто-то. Я не всегда следую правилам. Они прошли здесь, пока я разбирался с генералом. Я чувствую морской воздух. Выход где-то рядом. И я тут не один.
и корабль. Озаренные не скучали. Еще один идеал Ориона, который пойдет ко дну. Двери заперты. А мы остались тут, внутри, с тем, от кого убегал Орион. Наш спаситель бросил нас? Ты сомневаешься в Орионе? Он дал нам все, что обещал. Все и даже больше. Мы обязаны ему жизнью. Человек в черном не будет последним. Но ты думаешь, он что-то от нас скрывает? Наверняка. Где простолюдин мог научиться такому красноречию? Или как лечить болезнь? Он же не врач. Я ему благодарен. Но разве он один из нас? Ты слепой? Наверное, все уже на корабле. И они забрали сходни. Ладно, на корабль можно попасть и без них. Куда Орион намерен плыть? Утренний свет еще не готов к плаванию. Это половина доков, сбитая в некое подобие корабля. Но если Ориону грозит опасность... Мы должны защитить его. Стой, где стоишь, и высматривай вора, как велел Орион. Но я все еще слышу крики.
Я пришел сюда не убивать. Почему ты продолжаешь поиски, Гарен? Ты хочешь сам завладеть Прималем? Мне плевать на энергию. Мне нужна девушка. Верни его мне, и я помажу тебя, чтобы ты ощутил его сам. Гарант, это прекрасное чувство. Ты лишь превратишь их в чудовищ. Гарант, ты знаешь, меня предал мой кровный брат. Он запер меня и лишил меня жизни так же, как наш отец. Мой брат не достоин этой власти! Теперь люди идут со мной! Старичье, злое, алчное. Дерутся за власть, как собаки за кость. Меня больше не будут дергать. Мной не будут помыкать! Теперь у меня есть Прималь! А ты... Я думала, что могу тебе доверять. Но даже ты мечтаешь отнять мою силу. Нет, Эрин. У меня иная причина. Эта сила убивает тебя. Теперь ты заботишься обо мне? Я заботился всегда. Я не верю тебе. Не верю! Я далеко зашел по твоему следу. Если я не вытащу из тебя Прималь, все пропало. Ты такой же, как и все. Я оказалась ценной. И ты не можешь меня отпустить. Почему я не удивлена? Что это? Реальность или Прималь? Не подходи. Нет меня.
использовал меня, как всех остальных. Меня хватит. Делай, что должен.